как заработать $1 000 000 за 7 минут. Задача не из простых, но некоторым такие трюки удаются в кино. И речь здесь не о выдуманных киногероях-аферистах, а о совершенно реальных кинопродюсерах. О том, как Мордовия лишилась крупной суммы, выделив деньги на фильм о своем герое Михаиле Девитаеве, расскажет Павел Степаненко. На Лямберском аэродроме «Концлагерь» в Торбеевском районе «Любовь», а на станкостроительном заводе «Секретная лаборатория Третьего рейха». Именно так в 2012 году продюсер Денис Филюков расписывал съемки будущего боевика-блокбастера о Михаиле Девитаеве. Тогда все это обсуждалось на полном серьезе. Этот аэродром действительно может быть существенной достройкой декорации. Ну вот само взлетное поле, плюс там развалины, которые сейчас от ДСАФа остались. Вот. В общем, все это подходит нам. Продюсер на тот момент был окружен вниманием и заручился всевозможной поддержкой. О ней он рассказывает в промо-ролике, выпущенном под брендом Major Film. С семьей Михаила Петровича Девитаева мы подружились еще на съемках документального фильма. И, конечно же, они поддержали нашу идею о том, что нужно снимать художественное кино. Идею поддержали и в республиканском Минкульте, выделили на создание кино деньги. Сейчас в министерстве сам факт заказа фильма подтверждают. Правда, там пока не нашлось никого, кто бы озвучил сумму и рассказал о ее судьбе. Зато наши коллеги из Набережных Челнов кое-какую информацию по этому поводу нашли. Портал «Челны ЛТД» со ссылкой на журнал GQ опубликовал статью под заголовком «Партнер заказал убийство кинопродюсера, который прикрывался именем КамАЗ-мастер». Нас интересуют вот эти два абзаца. В них говорится, что мордовский Минкульт выделил кинокомпании Major Film $1 000 000. Вот такие зрелищные составляющие нашего фильма. Неразгаданные тайны Второй мировой войны, история легендарного побега из плена, любовная линия Михаила Петровича Девитаева. И все это в такой яркой, зрелищной экшн-форме. У нас будет много оправданной компьютерной графики. У нас будет взрыв Фау-2. У нас будет бомбардировка барж в Балтийском море. Воздушные бои и даже атака самолетом движущегося поезда. И все это на миллион. Пусть и долларов, но все же планы явно нереальные. И это теперь понимает сценарист фильма Андрей Соколов. Вот его цитата. «Теперь я понимаю, что никто никакое кино снимать не хотел. Нужен был сценарий, чтобы получить деньги». Позже выясняется, что эти деньги продюсеру нужны были внимание на то, чтобы найти деньги. Однако, судя по всему, сделать это не удалось. Даже участие голливудского Олега Токтарова не помогло. «Соскучился по небольшим подвигам, и сыграть такого человека – это уже подвиг». В итоге за $1 000 000 родился только 7-минутный промо-ролик. Авторы статьи предполагают, что именно из-за этих денег Дениса Филюкова и хотели убить. Его заказала сопродюсер, которая сейчас в СИЗО. А вот кадры из еще одного несостоявшегося фильма. В наличии тот же Олег Токтаров, другие голливудские знаменитости, грузовики, вертолеты, кровь, песок и капельки пота. Трейлер многообещающий, но обещания также остались только обещаниями. КамАЗ. Хочешь, закрой глаза. Знаешь, а ты отлично умеешь подбодрить. Скоро. Это «Скоро» было в 2012 году. А между тем, компания Major Film на это кино тоже получила деньги, пишет журнал GQ. По его данным, Республика Татарстан и компания «Ростехнологии» выделила на него $200 000. Павел Степаненко, «Наши новости».